Миша. Я... Поехали скорее домой. Нам кормиться пора. Смотрим на Львов и везем домой все это большое дружное семейство. Погнали домой, узнаем, что будет дома. Ну вот, друзья, мы дома. Щеночки пищат. Львушка здесь. Выгружаемся, сейчас дома все организуем. И уже будем дома разбираться, где, как, что у нас будет. Да, Лев? Ну вот, друзья, я принесла щенков. Лев еще вся завелась. Да, твои дети там. Лев! Ну что, я буду доставать детей. Мы, ребят, сейчас хотим посмотреть на реакцию Лю, потому что реакция может быть разная. После кесарева с собак не всегда включается материнский инстинкт. Надеемся, что у Лю он включился, но все равно она какая-то на себя не похожа, слишком перевозбужденная. Судя по тому, что она грызет клетку, она не готова принять щенков. Ну, что она так... хочет убить. Короче, мы решили, что она пока не готова принимать детей, и она унесла щенков. И пока ее внучка Уфо будет кормить щенков, у нее есть молоко, у нее один щенок, а Льву будет искать свой материнский инстинкт. Друзья, всем привет! Перед вами наша девочка Уфо. Как вы помните, не помню, рассказывали мы вам или нет, но когда родился ее единственный щенок, Киса, она ее плохо приняла. То есть совсем не приняла, да, Ян, так сказать? То есть она ее хотела покусать. Мы убрали щенка, и как ты его кормила? А, ну ты кормила, держа ее, да? Ну, просто прикладывала. Просто прикладывала и держала.
Но сегодня случилось чудо. Как только появились дети Лиу, у Уфо вдруг включился материнский инстинкт. И она теперь хорошая мамочка. И вскармливает не только свою доченьку, но и еще 6 щенков Лиу. Ну такая мамочка, смотрите. Видите, как у них все-таки у некоторых собак включается поздно материнский инстинкт. Ну, может быть, это последствия кесарева. Может, это само по себе такой стресс для них. По-разному. Тем более, у Туфо, например, у нас мамочка молодая, это ее первые роды. Да, Ян? Mm-hmm. Вот, поэтому так интересно все происходит. Ну, здорово. Ну, зато Лиу у нас сюрприз дала. Она все предыдущие разы была шикарной мамой. Теперь она плохая мама. Но я думаю, что должно у нее все вернуться. Подождем. Ну, хорошо, что у нас есть две мамы, да, Ян? Угу. И они теперь смогут друг друга, если что, подменять. Поэтому у нас запасной вариант теперь всегда есть. Уже прошли почти сутки, как мы привезли детей Лиу домой. И Яна каждые несколько часов ходит и говорит: «Ну откуда белые? Ну почему белые? Ну как же так?» Все, ложись. А белый Ян мальчик и девочка, да? Два мальчика. А, два мальчика белых. Есть люди, которым нравятся белые собаки. Яна, кстати, относится как к таким именно. Если бы она себе брала кобеля, он у нее был бы точно белый. И главное, что у нее и в детстве был кобель мальчик белый, да, Ян? Ну, с рыженьким, с небольшими пятнышками. В детстве и в юности, когда мы с тобой познакомились 21 год назад. Вот, поэтому, если кто хочет себе белого кобелька, можете сразу начинать нам писать. Напомню вам, что здесь три мальчика, три девочки от Лиу и одна девочка от Уфо и кота. Ну ладно, я, короче, пойду. Я вижу, что Уфо плохо реагирует на меня. Тут в спальню я пришел. Тут живет Яна, Уфо и щенки. И она сразу перестала быть заботливой мамочкой такой. Я пошел, не буду больше снимать. Подрастут ребята, будет и неделька, еще поснимаем. Ну вот у нас второй день, как щенки Лиу дома. И предпринимаем очередную попытку знакомства Лиу с ее детьми. Вчера она закончилась неудачно, Лиу совершенно не для детей было. Успокойся, что ты опять перезагрузилась? Все, давай, ложись. Яна, можно вопрос задать? Если Уфо кормит, зачем Лиу? Или Лиу тоже? А, мастит там все вот это, да, для этого? Ну, вообще-то Уфо только кормит, больше ничего не делает. А, ты забыл? То есть ты хочешь, может, Лиу будет лучшей мамой для всех? Лиу всегда была отличной мамой. Только что-то ее вчера переклинило. У нее вчера шок был после операции. Я боюсь уже ребенка доверять. Во. Ты же жопа, да, еще? Я тоже боюсь, поэтому пока. Вылизывают, по крайней мере, старательно. Ты всегда была хорошей мамочкой с самого начала. Что с тобой вчера случилось? М? Я спокутал. Бес попутал? Я сейчас бес отпустил? Демоны все видели вчера в Лиу. Ну вот как вот, вроде все нормально, но ты же не оставишь ее, щенка, не оставишь. Щенок твой. Ты ему уже всего излизала. Может, ты теперь покормишь его? М? Ложись. Ложись. Все хорошо. Ложись. Ты не цепляешься. Не голодный, что ли? Ты же вроде есть хотел. Ну, там у ноги как хорошо сосочек лежит. Ноги я не хочу, там шов рядом.
Чего не цепляешься? Все, расслабься, все хорошо. Твой малыш, да. Кушаем. Ну вот и клюву первый раз присосался щеночек. Нет, лежи. Все-таки она нервничает еще. Не стоит, надо когда совсем будет адекватно. Стимулировать материнский инстинкт, да, Гоша. Конечно. Если ей их не давать, у нее скоро все это перегорит и все. Ничего мы не добьемся. Ну что, какой вывод? Ну, будем пробовать. Пока. Ну, в течение дня будешь несколько раз приходить и смотреть, как она себя ведет, да? Пока опять слишком гипер, да, перевозбуждена. Чуть поспокойнее сегодня, чем вчера. Но все равно. Она щенка вылезла уже. Ну, уже вылезла щенка, вчера не лизала. Сегодня, ну, все равно суетится такая перевозбужденная. Это, конечно, правильно, но все равно пока мы не можем щенка оставить с ней. Поэтому будем наблюдать, вам расскажем, как дальше она будет. Станет она мама у нас или нет в этот раз все-таки. Сможем ли мы доверить ей наших замечательных деток Левушкина? Сейчас спокойно, уже беса нету в глазах. У вас и трактор кого переглядит?